Что за вонь? Он лежит здесь довольно давно. Thank you.
приближается день, когда мы воссядем на коралловых тронах в глубинах подлеводных... Привет тебе, белый волк. Многое изменилось с тех пор, как мы с тобой встречались в последний раз. Горожане вторглись на наше болото. Это поистине ужасно. Кто эти чужаки для кирпичников? Сухие. Понятно. Какой кошмар. Они отогнали лесорубов и многих сразили. Они забирают наших родичей. Водные владыки гневаются. Только друиды осмеливаются оставаться в роще. Что-нибудь еще произошло, пока меня здесь не было? Великая битва случилась между человеком с пламенной душой и властителем эльфов. Многие погибли в тот день. Кто победил? Болото поглотили многих мертвецов. Наши владыки одержали победу. Слава им! Понятно. Можно задать тебе вопрос, Васка? В чем дело? Поведай мне об этой битве. Человек с огненной душой пришел на болото со своими стальными братьями. Они разгневали владык, и темные воды поглотили их, идущие в тенях. Тот, чье сердце пожрало ненависть, вышел им навстречу. Они сошлись в ужасной жестокой битве, которая запятнала воды красным. Ты спросишь, кто победил? Огонь или тень? Мой ответ — никто. Благодарю тебя. У тебя еще есть вопросы? Слышал, у тебя проблемы. Снова утопцы? Да, утопцы утихомирились. Но у нас теперь другая беда. Говори, Васка. Предложи мне верную цену, и я помогу вам с ней. Бандиты со знаком Саламандры похитили моих родичей и заставили их собирать травы. Наши владыки гневаются. Знаком Саламандры? Это мне интересно. Они разделили наших родичей на группы и заставляют их собирать травы. За каждой группой следят вооруженные охранники. Где я могу найти эти группы? Я видела их около разрушенной башни и на просеке. Я видела только нескольких родичей. Так что другие должны быть в таком же бедственном положении, но в другом месте. Помоги им. Я награжу тебя. Их шеф Роланд. Убей его. Это плохой человек. Я займусь этим. Что это было? Yeah.
Сейчас ты у меня завизжишь. Ведьмак, как раз вовремя. Возвращайся домой. Да не побеспокоит тебя никогда засуха. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Эти бандиты заставили нас собирать травы, чтобы делать из них фисштех, как я понимаю. Есть несколько групп, одна из них прячется в пещере неподалеку от старой просеки. Саламандры занимаются торговлей наркотиками. Честолюбивый план. Спасибо за информацию. Возвращайтесь по домам.
перешел мне дорогу. Спасены! Наконец-то! Тебя верно послали владыки. Я пришел сам. Вы свободны. Вы слышали это, мужики? Мы идем домой. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Они держали нас в лагере. Есть еще несколько таких групп, как наша. Одна из них должна быть возле старой просеки. Спасибо за помощь. Смотрите, посланец владык помог мне подняться с колен, стряхнул с меня цепи и заставил их исчезнуть. Эй, парень, ты что, пропавший сын кирпичника? Я сидел на дальних берегах, плакал и вспоминал свою родину. Значит, ни друиды, ни дриады тебя не похищали. Благословен тот, кто поднимает меч на врагов моих. Не за что. А теперь беги домой. Кто стоит выше владык? Отлично, я поеду дальше. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Слава владыкам! Наш спаситель!
Вы свободны. Мы хотим вознаградить тебя. Что вы знаете о саламандрах и о том, что они делают на болотах? Они обосновались в старом лагере нелюдей. Их там много-много. Тебе нужна будет армия, чтобы выкурить их оттуда. Входить в лагерь — это самоубийство. Спасибо, я это запомню. Спасибо тебе, мы свободны.
чем дело? Я нашел пропавшего ребенка. Благодарю тебя, Белый Волк. Ты спас того, кто говорит с владыками. С ним трудно договориться. И было сказано: тот, кто понимает язык владык, одинок будет даже в толпе. Ибо мысли их подобны глубоким водам. То есть он всегда такой был? Сын утопший, он возглавит тех, кто ступают по пути богов, и приведет их в подводное царство. Был рад помочь. В чем дело? Я освободил всех кирпичников. Они рассказали мне о базе «Саламандр». Благодарю тебя, Белый Волк. Все сокровища мира не стоят твоей отваги. Если ты хочешь уничтожить бандитов, ищи Иерофанта в роще. Мне ведомо, что друиды следят за саламандрами. Так я и сделаю. Думаю, я знаю, как лучше тебя наградить. Ты обретешь самое дорогое, что у нас есть. Ныне я дарую тебе благословение водных владык и принимаю тебя в нашу общину. С этого дня и впредь ты можешь погружаться в священную воду болот и радоваться. Я польщен. Такая честь, ибо кто более велик, чем водные владыки? Новый клиент? Что? Перевези меня на другую сторону. Время – деньги. Ты определился? Готов? Да, плывем в город.